Здравствуйте, друзья! Итак, приехал Исмаил из Дагестана. Заказали КАМАЗ на базик 65-225, односкатный. Ох, какой у него запрос, конечно, я вам скажу. Очень сложный. Он наш подписчик. Исмаил, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, вашу спецификацию. Далеко она у вас? Посмотрите. 65-225. 16-й год, как вы знаете, это мосты Мерседес или КАМАЗ. А он заказал Мадара, друзья. Никто так не сможет сделать. Если честно, я тоже старался отказаться от этого заказа. Но сказал: Ильцур, ты сказал в Инстаграме, значит, так надо сделать. Дальше идем. Все остальное вроде как адекватно, да? Ну вот, друзья, так что на базе 65-225 односкатный. Сделаем. Да, Исмаил? Сделаем. Ну, по срокам это, конечно, будет не в этом году, походу, да? Подписчики не поймут, скажут, что за не в этом году. Но заказ как бы не на ближайшие месяцы, так, чтобы ближе к зиме. Главное, чтобы все было. Вот так. Так что... А сейчас КАМАЗы будем передвигать. КАМАЗов у нас нынче на базе уже много. Вот так. Итак, Исмаил говорит, что в Инстаграме одно, а по факту другое. Почему? Исмаил, пару слов. Давай без этого. Ну, короче, друзья, в двух словах. Кто бы ни приезжал, в Инстаграме все то же самое. Просто по факту вы видите, как сказать, лучше, что ли уж. Да, только лучше. Только лучше. Нет такого, что, блин, я плохой видеомонтажник. Плохой этот, как он там... Фотошопер из меня хреновый. Так что вот как есть, я выкладываю каждый Инстаграм, прямые эфиры. Так что вот Исмаил приехал, Исмаил вот из Дагестана тоже может подтвердить. Так что вот так. Сейчас КАМАЗы будем переставлять. Ну что, ну на самом деле у нас много КАМАЗов, да? Повыпендриваться можно. Это, мне конечно, вообще понравилось, как там кабины делают. Как кабины делают? Мы тебе все показали, походу, да? Пришлось вообще все раскрыть. КАМАЗ-мастере был. Мы даже туда свозили. Ты зачем Исмаилу все показал, рассказал? А что, нечего скрывать? Нам нечего скрывать? Вот, я как... Понял. Видите, друзья, все раскрывай. Все Радик показал. Кончики такой соберем, вообще показываем. Так что, друзья, какой надо, такой покажем. Вот так. Радик все раскрывает. Хотя я, конечно, не говорил это раскрывать, но раскрывает. Так что Радика не боимся. Звоним. Возьмем трубку или Радик, или Ильцур. Хорошо? Мы все одна банда.